Любые государства существуют в том числе и благодаря сложившейся системе ценностей. А эта система складывается в течение достаточно длительного периода. У молодых наций очень часто нет времени ждать, пока в них сформируются духовные, культурные, политико-демократические императивы, которые будут приемлемы для всего общества, или, по крайней мере, его большинства, и которые станут цементирующим раствором для государства. Пока молодое государство будет формировать эти процессы, оно может и распасться. Поэтому молодые, вновь сформированные или заново возрожденные государства прибегают к традиционной хитрости. Взлелеянную и выстраданную систему ценностей они заменяют пропагандой. Собственно, к этому методу вынужден был прибегнуть и Советский Союз, который полностью отверг государственные скрепы Российской империи, а своих готовых еще не имел. И ни у кого в мире их не было, потому что большевистского государства до тех пор не было нигде. Поэтому вся система ценностей СССР начала формироваться командным методом партийной большевистской верхушкой. И далее путем пропаганды навязывалась всем народам, входившим в состав СССР. Звісно, що радянській державі потрібно було дуже швидко. Советскому государству нужно было очень быстро, в суровых условиях противостояния с другими государствами, сформировать свою систему ценностей. Такая система ценностей, особенно когда речь идет о споре экономическом или военном, то есть о состоянии постоянной угрозы, требует в первую очередь героики. И советская власть, четко понимая конструкции героики, начала очень быстро, еще с 20-х годов, формировать свой пантеон героев. Если брать реальных боевых героев и начать о них копать, то окажется, что они беспартийные люди. А такого не повинно було бути. Це повинно а в советские времена такого не должно было быть. Это должны были быть коммунисты, партийные, потому что мифы советской пропаганды должны были питать советскую систему и советскую идеологию. А если подвиги осуществляют беспартийные, то возникает логичный вопрос: а при чем здесь идеология? Советская система ценностей в основном отвергла традиционную ценностную шкалу западного мира. Вместо элитарности – происхождение из народа. Вместо образования – трудовая биография. Вместо преданности семье и другим буржуазным страстям советский герой был верен народу, партии и лично товарищу Сталину. Поэтому, собственно, на роль героя подходил фактически любой. И это для советской пропаганды было очень важно, ведь большевистский героизм должен быть массовым. Это у нацистов герои были штучным товаром, высококлассные воздушные ассы или прусский барон, ставший самым результативным снайпером. На все это СССР отвечал массовым, часто жертвенным героизмом неизвестных безымянных солдат. А государству требовалось преимущество и выход на первые роли в международной политике. Поэтому культ героя, культ человека, который готов сделать все для государства, даже пожертвовать своей жизнью, это была для СССР идеальная система ценностей. И именно на это направлено мифотворчество советской пропаганды. Тут, собственно, и нужно разобраться с причинно-следственными связями и разомкнуть пропагандистский круг. Да, действительно, разогретой массовой пропагандой гражданин СССР часто был готов посвятить свою жизнь борьбе за идеалы Советского Союза. Более того, соглашался даже за них умереть. Ведь в СССР с самого раннего детства люди находились под ужасной идеологической накачкой. Детей с первых классов насильно записывали в большевистские организации «Октябрят», потом «Пионеров». Дети принудительно участвовали в политических парамилитарных мероприятиях. Они встречались с ветеранами прошлых войн, которые рассказывали, как хорошо умереть за свою родину. В общем, дети ежедневно были под идеологическим прессом, поэтому неудивительно, что на начало Второй мировой войны пропаганда стала одним из решающих факторов, который непосредственно повлиял на обороноспособность страны. И використання власне кінохроніки для підняття духу, для того, щоб Использование пропагандистской кінохроніки було необхідно для підняття бойового духа, для того, щоб переломити те панікерські нотки, які з'явилися в Совєтському Союзі.
Ведь не надо забывать о том, что идет массовое отступление. В среде высшего руководства СССР появляются различные идеи. От устранения Сталина и верхушки вообще и до мирных переговоров с Германией. Поэтому накануне начала войны, в первые месяцы боевых действий, когда Красная Армия действительно беспорядочно отступала, пропагандистская возгонка приобрела, по сути, тотальный характер. Радиопередачи, политинформационные пятиминутки на предприятиях и в школах, массово растиражированные плакаты с вездесущими лозунгами «Родина в опасности» и «Родина-мать зовет». Даже песни стали звучать преимущественно патриотические. А стоит отметить, что советские песни фактически почти все были патриотические. Сталинская верхушка СССР морально готовила народ к тому, что будет трудно, придется терпеть лишения, и к тому, что Родина ждет от населения массовой жертвенности. Радянський Союз ставить саме існування держави на першу ціль. Советский Союз делает существование государства первичной ценностью, а человек становится лишь средством достижения этой ценности. И поскольку государство велико, то оно могло своим человеческим ресурсом распоряжаться очень вольно. И советской пропаганде было очень удобно направлять идеологию таким образом, что человеческая жизнь как таковая не имеет ценности. То есть ценность имеет только то, на что направляется эта жизнь. И воспитание советского человека сводилось к тому, что он даже путем пожертвования своей жизни обеспечил успех своего государства. Успех своей державы. Фактически лозунгом этой пропагандистской кампании стало выражение «все для фронта, все для победы». Другими словами, каждый советский человек, где бы он ни находился, на фронте, в тылу, на предприятии или в школе, должен был приложить максимум усилий, чтобы выполнить задание коммунистической партии. Дети собирали металлолом. Женщины, заменившие мужчин на заводах, выполняли двойные, тройные производственные нормы. А мужчины на фронтах пытались заставить ехать и стрелять несовершенные, да еще и бракованные советские железяки. По сути, это был тот ежедневный, невидимый народный подвиг. Он был отчасти вызван пропагандой, а отчасти был самим смыслом жизни в СССР. Ведь пропаганда неустанно подчеркивала, что жизнь советского человека — это непрерывная борьба. Причому німецька зброя, це видно, що вона домінує над радянською. Хоч з радянського боку і багато зброї. Німецьке оружие, це було видно, домінувало над совєтським. Хоча з совєтської сторони і було більше вооружений, но оно було не приспособленим к той войне, которую вели немцы против Советского Союза. И нужно было действительно создавать мифы о несокрушимости и возможности побеждать, причем побеждать немцев в конкретном бою. И вот миф о панфиловцах был создан, причем на пустом месте. Створено, причем на пустом месте. В первые месяцы войны, когда Красная Армия, по сути, бежала под натиском гитлеровцев и отступила от западных границ до Москвы, пропаганде позарез нужен был героический миф о жертвенном подвиге советских солдат. Ибо только массовая жертвенность могла остановить немцев от взятия столицы СССР. Поэтому был придуман подвиг панфиловцев. Суть мифа в том, что якобы 28 солдат-гвардейцев, хотя гвардейских подразделений в Красной Армии в 1941 году вообще не было, 16 ноября 1941 года сдержали на подходах к Москве атаку 50 гитлеровских танков. 18 из них подбили, других же заставили развернуться и бежать. Хотя даже школьник, играющий в танковые игры, знает, что наступление по фронту 50 танков 28 человек не смогут прикрыть даже физически. И вот наличие таких откровенных ляпов показывает, что эта история была придумана наспех, на ходу, без углубления в тему и без консультаций со специалистами. И те самые панфиловцы, это просто абсолютно вымышленная, это абсолютно фейковая история. Эти самые панфиловцы, это абсолютно выдуманная, фейковая история, которая была придумана журналистом для того, чтобы поддержать какую-то определенную идеологическую составляющую, какую-то победоносность. Для того, чтобы можно было для населения показать, что советская власть борется, и вы все становитесь на борьбу с Германией. С агрессором.
Цей фейк про панфиловцев давно бы загубился в архивах. Этот фейк о панфиловцах давно бы потерялся в архивах, если бы его опять не подняла на щит теперь уже современная российская пропаганда. Тамошний министр культуры Владимир Мединский непосредственно заявил, что история 28 панфиловцев — это святая легенда, к которой просто нельзя прикасаться. А люди, которые это делают, — законченные мерзавцы. Конец цитаты. Так давайте разберемся, что там было на самом деле. И по советским документам, а эту историю расследовала еще советская генпрокуратура, и по гитлеровским архивам, выглядит так, что локальное боестолкновение у разъезда Дубосекова 16 ноября 1941 года было вполне рядовой историей. Там прорвали советскую оборону 10-12 нацистских танков. 4-я рота 316-й дивизии Красной армии была почти вся уничтожена. Из 140 солдат уцелели 20-25 человек. Во время боя рота успела подбить один единственный немецкий танк. Ну и до наших дней она дошла, он в Российской Федерации. И до наших дней дошла эта история. В Российской Федерации и фильм сняли. Причем там показано, что там среди 28 панфиловцев вообще был интернационал. И украинцы вроде там воевали. Причем ярко выраженные украинцы на украинском языке разговаривали. Вот так, на голом месте тогда был запрос на миф, и он сработал. Спрацювал. Тогда в 41-м сработал, но в наше время миф провалился. Российское министерство культуры сняло дорогущий фильм с одной простой целью. В разгар войны России с Украиной им нужно было показать, что мифические советские украинцы воевали бок о бок с россиянами против гитлеровской Германии. Мол, тогда мы были вместе и побеждали. А сейчас украинцы отреклись от братского российского народа, и поэтому нужно сделать так, чтобы украинцы снова полюбили россиян. В эту чушь не поверили даже сами россияне. Снятый в 2016 году художественный фильм «28 панфиловцев» фактически провалился в прокате. При бюджете в 150 миллионов рублей он собрал 380, и то во многом благодаря кассовым сборам в Казахстане. Между прочим, съемочная группа этого фильма при поддержке министра Мединского готовится экранизировать новый, очередной миф о Второй мировой войне. І ці яскраві приклади початку війни, кожен знає з дитинства, про Мересєва, про Гастелло, про інших героїв. Ці яркі примери кожен знає з дитинства. О Мересєві, о Гастелло, многих других героях. Фактично, за цими пропагандистськими случаями не завжди должен був знаходитися живий чоловік або реальний героїчний поступок. Не це було головним. Головне було подати матеріал так, щоб кожен громадянин вважав це для себе ідеальним проявленням своєї личності. Стати таким героєм, вийти в історію таким образом. А то, що для цього треба положити свою життя, це не головне. Це абсолютно не головне. Жертовність у ті часи, а це середина 20-го століття, була дійсно... Жертвенность в те времена, середина 20 века, еще действительно была довольно обычным явлением. Если государству требовалось, чтобы гражданин умер за него, то он обычно так и делал. Однако в наше время государство не может откровенно об этом просить. Вместо жертвенных героев на поле боя пришла техника и профессионалы, которые добиваются цели и остаются живыми. Эта простая мысль еще не прижилась в России. Их пропагандистская машина до сих пор работает с замусоленными штампами времен Второй мировой войны. И Министерство культуры РФ продолжает поднимать на щит мифы, которые были опровергнуты еще в послевоенное время. Но это уже тема для следующей программы. А пока помните, что каждое явление имеет свои за и против, свои про, эт контра.